16 января 2024 года в швейцарском Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум. За день до официального старта мероприятия прошла 4-я встреча советников по национальной безопасности. Еще одним положительным знаком является постоянный рост числа стран, которые приобщаются к работе над общим планом, основанным на украинской формуле мира. И мне очень приятно сказать, что сегодня здесь представлены 83 государства и международные организации. Руководитель Офиса президента Украины напомнил, что во время предыдущей встречи, она прошла на Мальте, проработали первые 5 пунктов формулы мира. Это ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение пленных и незаконно депортированных украинцев, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. 4-я встреча советников в Давосе – логичное продолжение 3-й встречи на Мальте. Еще 5 пунктов должны проработать здесь. Среди них – вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторение войны, подтверждение окончания войны. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в Телеграм. Встречи на уровне советников по национальной безопасности в Швейцарии и ранее в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте необходимы для подготовки саммита мира. Главная задача этих переговоров – подготовить саммит, глобальный саммит лидеров стран о условиях, процедурах завершения войны в Украине с учетом украинской позиции, вот с учетом формулы мира президента Зеленского. Она точно приблизит возможность проведения вот такого глобального саммита мира, и она постепенно закладывает фундамент обеспечения украинских интересов в будущем мирном процессе. Война России против Украины и послевоенное восстановление страны станут ключевыми темами на Международном экономическом форуме. Его посетит Владимир Зеленский. Выступление президента Украины анонсировали в Давосе. Ежегодный саммит в Швейцарии продлится с 15 по 19 января 2024 года. Валерия Некипелова для телеканала Freedom.